Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Давно я ничего не писал. А причина простая. Как настоящего эстонца, этим летом меня постигла национально-алкогольная депрессия. Причина в следующем. Мы очень хотели любить Украину. По жизни искали любую причину, чтобы в Киеве власть поддержать. Встречали бандитов, пиарили воров, хуйло писали на каждых соборах. На факты эстонцу плевать. Теперь украинцев в Эстонии больше, чем ватников русских. И знаете, дольше такое нельзя потерплять. Работу у нас они отбирают, эстонский язык аккуратнее изучают, и мы начинать понимать, что все проебали. Нас Трамп не поможет. Краина – кремлевский троянская лошадь. Нас русские и украинцы опять будут как раньше. Блять.